Всем привет! С вами снова я, Юшера, и добро пожаловать на мой канал. Как вы могли понять по названию видео, это Фури Влог с речки, да. И это, кстати, последняя часть, поэтому я не знаю, что еще сказать. Просто приятного просмотра. А потом я просто побегала, позанималась какой-то фигней и сделала вид, что так и надо. Хрен собачий. Там опять люди. Телефон не добился еще до полного достижения. Да, я знаю. Оно так, в принципе, первый раз упал. А сколько подписчиков? Нас встретили какие-то мальчики. Да. Ладно, давай. Не поворачивайся. И что, вы видео снимаете с музыкой какой-то? Ну, нам. Да. Жарко в ней? Очень жарко. Так. А так, не помнишь, как им? А, так, да. Это чисто. Вот ты сказала. Молодцы. Крутые получились. Вот. Вообще крутые. Ага. Так и не могу на пляж пугать детей. Могу я. Если что, дать себе. Мы встретили подписчиков, передайте привет. А-а-а, так вот оно что. А ну, одевайте, сфоткай, Вася. Ура, все видно! Сейчас солнце. Ой, стой, дай пока. Просто все подряд. Всякие танцы. Танцы и всякое такое. Ну, потом можете посмотреть. А детей не пугаете? Нет. А то вы меня сегодня перепугали. А. Это же я кричала. Вася, а ну кричи, я знаю, поросята кто. Я уже подумал, маньяк какой-то. Такой прям с ирокезом, ничего себе крутой. Ну, куда пошел? Все, все украли. Так, только а это... не порвите. Да. А то будем платить. Вообще, конечно. Нет, там нет. Мы хотели туда пройтись, но что-то так и не сложилось. Прекрасно. Все. Ладно, давай, топай. Тут просто тепло. Съем. В общем... В общем, мы, короче, уже идем на косу. Нам буквально вот туда нужно идти. Вот, поэтому мы идем в вход. Ну, как бы мы кучу раз ходили на косу, поэтому вы, скорее всего, вы знаете наш путь. Вот. Но все равно скажем, что нам нужно сейчас пойти туда, по мосту. Потом туда же, но только в другую сторону. Объяснила бы, классно. В общем, мы пришли на рыбалку и все. Скоро будем уже идти домой и уезжать. В общем, тут стоит бус, а Тайре страшно. Ей реально страшно, Тайра. Вот что делать? Вот как тебя, если что, садить туда? Ты, наверное, будешь очень сильно сопротивляться? Ну ладно, ладно, все, не буду тебя мучить. Тимолька. В общем, мы залезли. Да. Вот.
нас тут уж можно и так сидеть, можно. Ой, Тарочка, моя маленькая птичка. Итак, в общем, конечно, мы уже будем ехать сейчас. Да, Таречка, пока. Ну, там пытаюсь не сядь лица. Там уже убираются. Там дедушка с Сережей пришли. Мы сидим тут. Кстати, да, сидим, пердим. У нас проблема, мне так кажется. У нас тупит сигнализация. Мы сидим в машине, наша машина сигнализирует. Потому что у него напит. Мы загрузили все, тупите. Мы украли машину. Круто. Это все богатостоится, поставилось. Тарочка. Наверное, ей не нравится. Я думаю, что хочет. Тара, тебе страшно? Маленькая. Мы воры, мы украли машину. В общем, у нас получилось снять сигнализацию машину. И сейчас мы уже скоро будем ехать, да. Там дедушка. Не знаю, что показывать. Быстрее, быстрее. Короче, мы уже все залезли. О, Тара. О, Тара, страшно. Так. Вы? Ну, где они посадили? Они у нас на плече. Короче, мы уже уезжаем. Последний. Прощай, наш 92-й дом. Пока. Сейчас будет. Мы не увидим себя целый год. Минимум. Все, Тарочка. Мы не знаем. Пока, наш домик. Дальше. Зато через год ждите опять в блоге отсюда. Всем ровно? Это последний рейс. Всем ровно. Да. Ой, Тару немного трясет. Да, Филя тоже. Он на клетке. Клетка. Слушай, есть предложение клетку поставить сюда, она ходит ходуном. Она там еще больше будет ходить ходуном. Тара боится. Тара очень страшно. Сюда мы не ходили в этом году, я ни разу не ходил никуда. Кроме все, как... сиди тут. На рыбалку. Короче, старая проблема. Тара пишет куда-то. Я спугуюсь. Он к Таре пишет. Мне кажется, Тарафия бежит к Фили. Ты успокоишься? Все. На. В общем, мы встретимся чуть попозже. Ты себя очень плохо чувствует, и я представляю, как там хомяк вообще. Просто. Это просто. Может, вся ихняя, а может и не вся. Я напомню, что у нас как... И в общем, это была последняя часть, да, и это конец всех этих влогов. Больше влогов стрички выходить не будут, только в следующем году. Да, возможно, но это еще не точно. Вот, кажется, вы можете наблюдать за тем, как мы... Точнее, как я просто показывала дорогу. Я не знаю, с чем я это делала, но нужно было просто что-нибудь снять, чтобы сказать вот этот момент. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео и все остальные части. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если хотите. Да, также подписывайтесь на все мои соцсети. Ссылка на них будет в описании. Если что, это Инстаграм, ТикТок, Лайк и Телеграм. Правда, Лайк я очень мало веду, но все же. Все равно можете подписаться, так как бы это странно не было, если я его и не веду. Ну ладно. В общем, иногда я туда вылаживаю что-то, но это бывает очень редко. Да. В общем, можете не подписываться на Лайк, если не хотите. Подписывайтесь на все другие соцсети, так. И всем пока. Всем удачи. Это еще не конец, я еще сделала мини-нарезочку всяких моментиков, поэтому можете посмотреть и заценить.